Еще две новых школы открылись в крае. Одна из них в поселке Есей Венкийского района, построенная на месте сгоревшей 5 лет назад и рассчитанная на 150 детей. Другая в селе Большая Иня Минусинского района. Ее строили 2 года, и она обошлась бюджету в 300 миллионов рублей. Торжественная церемония открытия прошла по всем правилам. С перерезанием красной ленточки и хлебом с солью. В новой школе будут учиться около 100 детей, среди которых 17 первоклассников. Это событие имеет большое значение для села, ведь старая школа, построенная 100 лет назад, уже давно не отвечала современным требованиям. Теперь дети смогут учиться в комфортных условиях. Для всех жителей это очень большой праздник, очень большое событие. Мы все рады, хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этой школы. Что у нас теперь средняя школа, а не основная. До этого у нас 10 и 11 класс детей возили в Прихолме. А вот у нас сын идет в 10 класс. Собирался уходить, а зашел в новую школу и сказал, что он никуда не уйдет, будет учиться здесь. Ребятишки очень с большим желанием, с удовольствием, с радостью в глаза ждали, когда школа откроется. И вот торжественная линейка, их просто не могли удержать. Они просто рвались в эту школу для того, чтобы посидеть в классах, посмотреть действительно на ту красоту, которая сегодня, в которой будут они полными хозяевами вместе с учителями. Это здорово.